В Твери начался ремонт площади Славы. Долгое время приводить в порядок достопримечательности городские власти не спешили. Однако, когда на проблему обратил внимание телеканал «Тверской проспект», ситуация поменялась кардинальным образом. Мы обещали держать вас в курсе того, как будут идти работы по реконструкции площади. Об этом наш сегодняшний репортаж. Март 2020 года. На этих кадрах одна из достопримечательностей Твери – площадь Славы. Вернее, то, во что она превратилась с наступлением весны. С парадной лестницы, ведущей к школе искусств, практически полностью обрушилась облицовочная плитка. Перед глазами горожан предстала серая облупленная бетонная стена. Аналогичному разрушению подверглись и ступеньки лестницы. На той плитке, что еще оставалось, белые подтеки неизвестного происхождения. Горожане, видя все это, едва сдерживали эмоции. Плохо, очень плохо. Что ж, со грустью какой-то. Жалко. Жалко. Надо порядок городской власти думать. Сделано, я как строитель могу сказать, не технологично и неправильно. Контроля, по-видимому, не было. Позже на объект выехала комиссия, в которую вошли в том числе представители городской администрации. Было сделано официальное заключение. В результате обследования были выявлены многочисленные повреждения данного объекта. Разрушенный облицовочный слой, покрытие трибун, подпорных стенок, ступеней, а также разрушение основания колонн в центре площади. Вовремя сделать ремонт подрядная организация не смогла, несмотря на все гарантийные обязательства. Работы начались только 30 апреля. Наша съемочная группа попыталась выяснить у рабочих, что они делают в настоящее время. Скажите, пожалуйста, а с какой организацией здесь работы выполняются? Кто мне скажет? Ну, организация какая-то у вас есть, как вы называете, кто вас нанял, может быть? Кто здесь работы выполняет по ремонту? Там старший здесь. Где старший? Вот там. По словам прораба, ремонт должен был продолжаться все майские праздники. Нам обещали, что результат будет, как говорится, налицо. И вот 6 мая мы вновь проинспектировали ход восстановления площади Славы. Выяснилось, что больших подвижек не произошло. Укладка плитки до сих пор не началась. Все, что успели сделать мастера, зачистить поверхность под будущую облицовку. Что осталось делать-то вообще-то? Только то есть положить плитку, да, и все. Очевидно, что закончить работы на объекте необходимо ко Дню Победы. Однако удастся ли это сделать – большой вопрос. Уж больно низкие темпы ремонта. Впрочем, в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации Твери заверяют, реставрация объекта завершится в ближайшее время. К празднику, к 9 мая, вот эта вот работа будет закончена. Не, сегодня пока просто восстановление, просто приведение в порядок. Слава богу, брусчатка там положена хорошо. То есть, в общем-то, площадь, она сегодня нормально будет функционировать. Кроме того, в администрации Твери осторожно строят планы по поводу будущего масштабного обновления площади Славы. В частности, рассматривается вопрос о создании проекта комплексного благоустройства площади и прилегающей территории. О сроках этих работ пока не сообщается. Мы продолжим следить за восстановлением объекта и еще раз посетим это знаковое место столицы Верхневолжья в День Победы.